Футболки и майки. Позиция называется T-shirt XX. Это у нас Англия. Марка Амису. Размер указан маленький. S-ка. Так, далее футболка марки Benetton. Судя по внешнему виду, есть незначительный износ. Бирка срезана, к сожалению. Но в составе хлопок размер вроде средний. То есть примерно 48-й. Так, женская футболка марки Street One. Указан 36-й европейский размер. Соответствует 42-му российскому размеру. Хлопок 100-процентный. Так, далее размер XL. Это Clock House. Футболка большого размера. Полиэстер. Размер L. Это у нас хлопок футболка примерно 50-го российского размера. 95% хлопка указано в составе. То есть либо 48, 50, либо 50-й российский размер в данном случае. Так, H&M на 10-12 лет футболка. Данлот, кстати, весит 15 килограмм. Англия. Так, размер маленький S-ка. Женская футболка, ФБшная. Воротник немножко вот с этой стороны какой-то кривой, по-моему. Esmara XS. Женская футболка маленького размера. Так, Calvin Klein. 95% хлопка, 5% эластана. Размер указан M. Средний. Но в данном случае, я думаю, где-то 44-46. Хлопок 100%. Так, футболка марки Hugo Boss. Размер указан средний M. В хорошем состоянии. Кстати, футболки в основном женские, по-моему, мужских что-то мало очень. Элька. Тут тоже у нас хлопок. H&M, еще одна женская футболка. На этот раз размер на бирке указан маленький. S. Так, Перуна 12 указано. Это соответствует 46-му российскому размеру в хорошем состоянии. 18-го размера футболка женская. То есть примерно 52-го получается. Воротник тут двойной. Чистый. Так, маечка. На бретельках на этой футболке срезана бирка. XL. Мужская футболка большого размера марки Polo. Но видите, она застирана уже, видно. И воротник тоже. Видите, прям линия полоска проходит. Там, где изгиб у нас. То есть износ здесь присутствует. Так, футболка марки Levi's, размер указан M, то есть средний. Тоже вот с износом здесь желтые пятна под мышками. Размер средний. Так, medium, среднего размера. Мужская футболка, по-моему. То есть примерно 46-48. 100% хлопок, обыкновенная белая женская футболка. H&M. Так, тут у нас есть какая-то бумажка. Размер 40-42, то есть 46-48, марка Bodyflirt. Следующая футболка 36-го размера. Полиэстер, это спортивная футболка из синтетики. Размер маленький. Мужская футболка среднего размера марки Автограф. М-ка, точнее даже рубашка, по-моему. Так, женская футболка большого размера. ФБшная, хлопок здесь. Так, марка Nike. Размер маленький. S-ка мужская футболка, ФБшная. Следующая футболка. 65% полиэстера, здесь 35% хлопка. Женская футболка, размер указан 40-42. Бирка срезана. Хлопок, размер небольшой. Так, S-ка. Мужская футболка маленького размера, тоже с хлопка, в хорошем состоянии. Жилетка какая-то, вот, размер XL. Женская футболка. Так, футболка марки Binotti, тоже женская. Размер европейский 40-42. Средний размер, получается, M-ка. Примерно 46-48 российского размера. M-ка. Очень много хлопка, синтетики крайне мало. Также вот преобладают, как обычно, женские футболки, мужских поменьше. До крема не дотягивают. Футболки с износом тут есть, где-то пятна мы с вами видели. Весит 15 килограмм. Кстати, вот тоже желтые пятна есть под мышками. М-ка, размер средний.
По поводу бронирования заказов и по другим вопросам, пожалуйста, пишите Эльвире или звоните по номеру телефона 8 800 2007 127. Звонки бесплатные по всей России. Так, XL был размер. Здесь у нас марка Веромода, тоже XL. H&M Элька, марка Esprit, H&M размер маленький S, Gary Weber, атмосфера 36 указан, европейский размер, соответствует 40-му российскому, тоже пятна, видите, да, какие огромные пятна, XL, Марк Спенсер, футболка женская большого размера и футболка маленького размера, тоже женская. Износ есть, чувствуется, вот видно, что есть износ. Категория экстра тут, наверное, получается. XS, марка Only. Элька. Элька. Так. Элька – это мужская футболка. Женская футболка. Сороковой размер указан европейский, соответствует 46-му российскому размеру. Макс. Размер M, средний указан. Tailor Well тоже, кстати, средний размер M-ка, то есть примерно 46-48 российский получается. Веромода размера XL, 100% хлопок. River Island Элька. H&M. Маленького размера футболка яркая. И марка New Look, 10 размер указан, это соответствует 44-му российскому размеру. Спортивная майка. Томми Хильфигер размер указан S, то есть футболка маленького размера. Тоже есть все-таки износ. Марка Ability, размер указан S. Спортивная женская майка. И Элька, это у нас футболка мужская, большого размера. Так, М-ка размер средний. Женская футболка большого размера. Маечка с Микки Маусом. Хлопок. Так, здесь у нас H&M. Размер указан средний. М-ка, Орсей, полиэстер и эластан. Спортивная майка. Оливер, 40-й размер указан европейский, соответствует 46-му российскому размеру. Тоже футболка женской марки Оливер. Так, спортивная женская футболка среднего размера. М-ка. Так, это H&M. Майка женская маленького размера. S-ка. М-ка, марка Review. 100% хлопок указан в составе. Еще одна женская майка. L-ка. Размер 42-44, то есть соответствует это примерно 48-му или 50-му российскому размеру. М-ка. Женская футболка марки Crane. Тоже достаточно большого размера. Ну, как видите, да, в основном женские футболки. Манго. Размер L. Спортивная футболка марки Crane, новая, размер маленький S, пинки. S-ка. Так, это у нас марка Crane, размер указан L, то есть примерно 50-й получается российский размер. H&M, S-ка. Тоже вот марка H&M здесь. Размер маленький S. И, наконец, нет, предпоследняя все-таки футболка.
Мужская в составе 100% хлопок, новая футболка с этикеткой. И вот она, последняя вещь из этого мешка. Размер, к сожалению, не указан, но, по-моему, S. На этом все.